В войне России против Украины все пошло не так. Не так, как ожидал Путин. Даже не так, как Бункерному обещали его генералы и советники. Украина оказалась еще тем крепким орешком. А сопротивление украинцев мощнее и решительнее, чем кто-либо когда-либо мог себе представить. Больная мечта Путина взять Киев за несколько дней так и останется его больной мечтой. Киева Путину не видать. Уверенность московского царька, мол, Запад лишь разразится глубочайшей обеспокоенностью, обернулась тотальной изоляцией и жесткими санкциями против России. Так называемая военная спецоперация Москвы – сплошная чернобаевка. Все пошло не так. Интересно, почему? На самом деле Путин проиграл войну еще до ее начала. А все потому, что ошибался насчет Украины. И насчет России тоже ошибался. Путин всегда считал и до сих пор считает себя главным экспертом по Украине. И мнение других его мало интересует. Разрыв Путина с реальностью настолько велик, что он даже мог лично спланировать полномасштабное вторжение в Украину, поставив своих прихвостней просто перед фактом. Завтра на войну. Путин.